Xiaomi Redmi Note 5A выйдет сразу в 4 модификациях. В прошлом месяце появились первые утечки, указывающие на существование еще не анонсированного смартфона Redmi Note 5A. Компания Xiaomi обычно выпускает свои устройства в нескольких модификациях, и похоже, что Redmi Note 5A не станет исключением. На китайском сайте Tena прошли сертификацию сразу 4 модели данного смартфона: MDE 6, MDE 6S, MDT 6 и MDT 6S. Они отличаются друг от друга некоторыми техническими характеристиками и особенностями. Xiaomi Redmi Note 5A оснастят 4,5-дюймовым HD-дисплеем, аккумулятором емкостью 3000 мАч и поддержкой 4G вместе с World. Его габариты составят 153,1 мм по высоте, 76,3 мм по ширине и 7,3 мм толщина, а вес его 150 граммов. Смартфон будет доступен в следующих цветах: черный, розовое золото, золотой, белый, синий, красный, розовый, серый и серебристый. Операционная система, разумеется, из коробки будет Android 7.1.1. Модели MDE 6 и MDT 6 получат 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц. Предположительно, Snapdragon 425 будет стоять. 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Более продвинутые модели MDE 6S и MDT 6S будут оборудованы 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц, предположительно Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ, 16-мегапиксельную камеру основной и 13-мегапиксельный сенсор от Sony. Вроде бы как. Ко всему прочему, в моделях MDE 6S и MDT 6S появится сканер отпечатка пальцев. По слухам, Redmi Note 5A представят уже 21 августа по цене от $149.